Помощь залу. Начинается помощь залу в шоу «Бигуди Люкс». Друзья, здесь мы решаем ваши проблемы, которые вы оставляете в официальной группе DFM ВКонтакте. Имеется специальная тема в обсуждениях, так называется «Помощь залу». Заходите, не стесняйтесь, имеются какие-то проблемы, признавайтесь, мы поможем вам их решить. Потому что мы ваши друзья, вы наши друзья. А что скрывать-то от друзей? Ничего. От Виктора из Подмосковья. Сегодня приехала проблема на большом воздушном шаре. Пишет: встретил девушку своей мечты, сейчас на 7-м небе от счастья. Боюсь ее потерять. А еще боюсь, что это просто влюбленность, которая пройдет. Такого у меня еще не было, точка. Переживаю, точка. Кому мы обратимся сегодня? Сегодня мы связались с врачом-психиатром, психотерапевтом, сексологом Еленой Малаховой. Находится с нами на связи. Елена, доброе утро. Доброе утро, Тимур. Доброе утро, Елена Малахова. Доброе утро. Лен, ну как вы поможете нашему Виктору из Подмосковья, нашему слушателю? Каким советом? Да, Виктор, обращаюсь прямо к вам и вижу вашу ситуацию следующим образом. Вам очень нравится девушка, и вы, как большинство мужчин, в подобной ситуации боитесь раскрыть свои чувства перед ней. Возможно, вы боитесь разочароваться, а может быть, на вас давит груз вашего негативного опыта прошлых отношений. А на самом деле, я как психотерапевт знаю массу техник, и если нам позволит эфирное время, могу кратко по основным пунктам вам подсказать технику, которую вы можете использовать самостоятельно у себя дома. Ну, в запасе у нас имеется 1.5-2 минуты, да, спокойно. Ну, хорошо. Значит, эта уникальная техника уникальна двумя моментами. Первое – это простота ее применения. Как я уже сказала, вы можете проделать все это сами, с собой дома. И второе – данная техника позволит вам выразить свои чувства и эмоции, те, которые вас беспокоят. И что особенно важно – понять, что же чувствует к вам ваша девушка. Итак, для этого упражнения я попрошу вас взять 3 листа бумаги. Берем. На одном вы напишите свое имя, так. На другом имя девушки, на третьем имя любого эксперта, внимание, который, по вашему мнению, хорошо разбирается в психологии отношений. Елена, конечно, Малахова. Да. Все листы вы расположите на полу в виде треугольника. Сначала встаньте на лист с вашим именем, закройте глаза и представьте, что та девушка, которая вам очень нравится, сейчас стоит перед вами. В свободной форме расскажите ей о всех тех чувствах, которые волнуют и переполняют вас. Обращаться нужно, конечно, по имени. После этого встаньте на лист бумаги с именем девушки. И также, закрыв глаза, представьте, что вы – это она. И вот тут происходит прямо волшебная вещь. Вы точно поймете, что ваша девушка чувствует к вам и хочет вам сказать. Озвучите эти мысли, но уже обращаясь как бы к себе. И последнее, завершающее. После этого вы встаете на лист эксперта и уже, опять же, со стороны смотрите на эту пару, Виктора и его девушку. Посоветуйте каждому из них, особенно Виктору, как именно ему нужно себя вести, чтобы его отношения с девушкой сложились гармонично. Ну вот, собственно, и все. Лен, листочек с вашим именем мне понравился больше. Я на нем постою 5 минут, не меньше. Спасибо вам большое. Это был врач, психотерапевт, психиатр, сексолог Елена Малахова. Доброго вам утра. Тимур, с наступающим Новым годом. Тимур, да. Доброго. Ну что, мы решили твою проблему? Решили. Зачем колоться-то?